Всем доброго времени суток, банда. Вот. И началась у нас практически уже весна, да? Я имею в виду уже почти в том плане, что реки уже открываются, да? Помаленьку, особенно горные речки. Вот. И настал вот такой вот интересный вопрос. Готовить свою водомоторную технику. И меня почему-то заинтересовал такой вопрос. Что может произойти с масляным фильтром от четырехтактной Suzuki 30DF, да? Вот ее оригинальный фильтр. Думаю, все тут могут посмотреть, почитать. Он действительно оригинальный. Я его снял со своего мотора. Видите, тут остатки капеля подложил, все сбежало. Вот. Он отработал такой полноценный сезон от рассвета до заката. Но может быть и не 200 часов, как это предписывается мануалом, да, что этот фильтр может один работать 200 часов, да. Ну, наверное, часов 150 с копейками он у меня точно отработал. Вот. Скажем так, 150 часов он отработал точно. Многие, кстати, думают, что там 100 часов или 200 часов за сезон это мало. Нет, это не мало. Это очень много, чтобы вы понимали. Чтобы провести на воде 200 часов, да, за сезон открытой воды, это, блин, практически нужно жить на воде. Практически жить все лето. Вот. Ну и давайте попробуем. Еще раз тогда покажу надписи на самом фильтре. Это оригинальный фильтр, вот Made in Japan, и попробуем его разобрать. Есть у меня такой дремелек, вот сейчас мы им будем помаленьку все это дело разбирать. Честно сказать, не знаю, как это пойдет, никогда в жизни не разбирал фильтры, но мы сейчас посмотрим. Ну что, банда, весь процесс я показывать не стал. Пришлось я ждать какое-то время, пока остатки масла стекут оттуда, да. И таким образом я по периметру вскрыл крышку. Вот. Видим вот такую вот пластину. Она, наверное, выполняет какую-то роль. Пружины подпружинивают. Видим тоже здесь такой как клапан. Он на пружине. Если нажимать, он открывается. Вот как это выглядит все изнутри. Вот такая вот резиночка. А вот сам фильтрующий элемент. Сейчас его от оставшегося масла протрем. И можно будет уже посмотреть на сами элементы. Ну что хочется сказать? Хочется сказать, что да, фильтр у нас однозначно нечистый. Да. Вот такая вот картина. Наверное, все-таки действительно стоит его менять через каждое 150-200 часов. Вот здесь, наверное, в районе 150 часов. Мне кажется, если есть возможность и желание, то можно его менять и через каждые 100 часов, уважаемые зрители. Вот. Ну что, банда,
пошел я дальше, ну и раскурочил его уже полностью до финального конца. Сложен вот так вот он, вот такой гармошкой. По сути дела, бумага вот такая вот в один слой. Вот. Бумага грязная. Она достаточно тонкая и обычная. Особенно ничего тут такого суперского в этом бумажном фильтре я не вижу. Вот она, обычная бумага. Да, уже как бы грязная. Да, никаких тут крупных частиц на глаз однозначно, уважаемые зрители, не видно, но их и не увидишь. Это нужно смотреть под микроскопом, если здесь какая-то стружка, вот, металлическая от износа. Но тем не менее, да, все-таки выглядит он грустновато. И заменить его, наверное, через каждые 150-200 часов я именно рекомендую. Из-за такой не очень уж шибко впечатляющей конструкции, уважаемые зрители. Клапан достаточно нажимается тяжело. Это значит, тоже такое усилие должно быть, чтобы его продавить в масляной системе. Вот. Ну, судя по фильтру, менять его нужно, наверное, каждые 100 часов наработки. Желательно. Вот. Ну что, уважаемая банда, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.